Приветствую вас на канале «Готовим вместе с Татьяной». Сегодня мы будем готовить быстрые вкусные перчики на гриле. Этот рецепт очень простой. Его можно делать на гриль-сковороде, гриль-машине или даже на открытом огне во время вашего кемпинга. На двоих для этого рецепта мне понадобилось штук 15 среднего перца. Также соль, черный перец по вкусу и оливковое масло. Сначала промываем перец и вытираем насухо бумажным полотенцем. Перец перекладываем в посуду, в которой вам удобно будет перемешать его с солью, черным перцем и растительным маслом. Все это добавляем по вкусу. Тщательно перемешиваем, чтобы соль, масло и перец равномерно распределились по всему перцу. И все, рецепт готов. Далее остается только поджарить. Чем мне нравится этот рецепт, это тем, что перец не надо жарить на сковороде, и у вас вся кухня не будет разбрызгана маслом, и не придется потом долго все это убирать. Приятного вам аппетита! Быстрый, легкий ужин для всей семьи готов! Спасибо за просмотр и до скорых встреч!